have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Экзанима здесь с нами. Наконец-то я чуть-чуть более-менее как-то подразобрался. Большое спасибо и вашим комментам, и всякое такое. То есть, немножечко я начал разбираться, что происходит. У нас есть наем и вербовка. Наем — это мы нанимаем уже готовых персонажей. Блин, зачем я это вам рассказываю, это знаете? Я скорее хочу для себя прояснить картину. Это мы нанимаем готового персонажа. Вербовка — это мы идем и вот тут вот создаем персонажа. За один... Блин, вы мне говорили, как эти деньги называются, извините, я сейчас просто к серии тупо подзабыл. Я пока что их буду называть серебро, бронза и золото, но да, вы мне говорили, как они называются, я попробую потом это вспомнить, перечитать. Пока что говорю вот так, за одно серебро можно завербовать человека. Я вот пока их буду... Просто для теста дал им имя 22, там посмотрим. Получается, наш базовый персонаж, Браулер, он руководит всей этой конторой. Всех, кого мы вербуем и нанимаем, это более-менее расходный материал. Хорошо. Главное, не убить нашего вот этого персонажа, которым мы играем. Во-вторых, насчет того, как восстанавливается здоровье, да, у меня появились некоторые подозрения в прошлый раз, и вы мне в комментах подтвердили, что здоровье само не восстанавливается, оно восстанавливается за каждый пропущенный бой. Вот ты провел бой, все персонажи, которые в нем не участвовали, они восстановили здоровье. Это так работает. Окей, я понял. Теперь, драка. Пойдем мы в драку и пойдем мы вот этим вот чуваком. Одет он у нас точно так же, как основной персонаж. Денег у нас не так много. Попробуем. Еще в чем прикол, я буду этим персонажем руководить. Да, я этим... То есть, когда я нанимаю персонажа... Вербую персонажа, то я им руковожу. Если я нанимаю, то он дерется сам. Это влетело. Офигеть. Одного заколбасили. Двоих заколбасили. Мне кажется, он... Опа, минус два, минус три. Да, минус три, ложись уже. А я-то тут при чем? Так. Ладно. Да, я понимаю, что это очень по-крысиному, но это способ заработать деньги. Вот, да, смотрите, наш главный персонаж восстановился. Хорошо. Идем мы опять за вот этого. Куда мы пойдем-то? Ну, тут вызов. Нам на неумеху надо идти, потому что... Блин, а Арана у нас, кстати, кандидат. Надо ее чуть-чуть, а сейчас она подлечится, и можно будет идти дальше. Пойдемте... Нам сейчас главное деньжат поднакопить, поэтому будем идти, будем ходить в драки. Такой сходу... Ну, это тоже такой рандомчик, конечно, но все же этот рандомчик чуть-чуть повеселее, чем... О! Оп-оп-оп-оп! Ну, для начала я считаю, что это вполне такая норм-тактика, просто деньжат подзаработать, хоть немножко, но чтобы что-то было. Посмотрим, может, кого-то наймем еще, или купим себе оружку какую-то человеческую. Мне интересно просто, как это все будет. Чувака замесили просто с двух сторон. У них топорики, кстати. Топорики — это будет больно. Топорики — это будет больно. По-моему, у синего больше здоровья. Я хочу синего попробовать подкараулить. Но, блин, а, ну ладно, мы с ним один на один остались. Он блокирует, смотрите. До свидания. По нему один хороший удар оставался. Нормально. Нормально. Ну вот, вроде как мы что-то зарабатываем. А, кстати, ребят. Надо проверить кое-что. Погодите. Где у нас там был камин?
вроде камин, да? В который я в прошлый раз пытался все дрова запихать. Да, это было, конечно, смешно и весело. Но тут вроде как... Мне это только что показалось или нет? Проблема в том, что тут дофига темно. Я не могу вот эту палку взять с огнем. Не могу, к сожалению. Ну, вы видели? Вот оно. Вот оно. Да. Не. Спасибо, что подсказали. Тут есть такая штука. Она лежала вот в этом вот ведерке, которое пытался перевернуть и всякое такое. Я просто изначально взял из ведра, но у меня выпало. И потом я никак не мог их подобрать, ну, пока лавочку не подвинул. Ладно, пусть этот беспорядок лежит. У нас есть такие штуки, перчатки для кулачного боя. У них импульс, режущие, дробящие, колющие. Кстати, они не переведены. Ха. Перчатки... Та-та-та-та-та. Имя Тони. Вышито... Какой-то Тони их носил. Вот такие у нас есть перчаточки. Прикольная тема. Для кулачного боя я их сейчас что-то одел на своего персонажа, но, возможно... Ладно, давайте я когда персонажа подлечу, попробую на нем, наверное, сходить в кулачку, что ли. Посмотрим, как все будет. Я бы, наверное, все-таки эти перчатки отдал бы, может... А, другому персонажу их можно передавать? И вообще, как можно передавать вещи от персонажа к персонажу? Давайте, допустим, если управление. Инвентарь. Далее. Далее. Ага, назад. Назад. Ну вот, допустим, перчатки. А, это общий инвентарь, а это его инвентарь, что ли? Нет. А как я могу передавать вещи тогда? Получается, никак? Ребят, вот эта тема мне тоже немножечко непонятна. Если можно, напишите, могу ли я передавать вещи от персонажа к персонажу. Мне вот очень интересно, можно ли такое вообще сделать. Так, закрываем. Пока что наши отдыхают, вот эти двое, они восстанавливаются и хорошенько потрепали в прошлой серии, поэтому мы пойдем же на 22-м сейчас дальше. Ну вот, например, кулачный бой, блин, зараз... Ну за него дают, кстати, копейки за кулачный бой. Идемте опять в драку. Ну, я не знаю. Да, наверное, это может кого-то сейчас подзадолбать, что мы делаем одно и то же. Но я же говорю, это хороший, быстрый способ заработать, на мой взгляд. Знаете что? Можно устроиться работать комментатором. Посмотрите на этого чувака. Только вчера он пас коров, сегодня он уже размахивает молотом. Зачем ты ко мне подходишь? Ха-ха-ха! Ты прикинь, как он мне въехал-то! Сразу с красным дэмэджем на пол хпшки нет! Ай, блин, еще и по голове! Сдохни, тварь! Блин, чуть не убил тварина. Это как вообще? Да! Видите, драка пошла не по плану, но все равно... Умудрились вырулить. Хорошо. Что у нас тут дальше есть? Есть зачистка. Да ну зачистка, не знаю. Я как-то это... Давайте... Сколько у нас? 6 серебра. Давайте пойдем еще... А, мне, кстати, также сказали, что они идут скалиться не по 10, а по 12. То есть от 12 идет одна следующая. От 12 бронзы идет одно следующее серебро. Поэтому... Получается, мы сейчас 3 платим. У нас остается 5 и 11. А после выигрыша, если выиграем, у нас будет 6, 7 и 5. Так что это неплохо. Давайте мы опять сюда за этого чувака пойдем. Он у нас меньше всего покалеченный. Возможно, можно было бы вообще нового сейчас сотворить. Но я пока похожу с этим. Я считаю, у нас неплохие шансы на выигрыш. Блин, у них вообще-то ножи, мечи. Ого, чувака как быстро расплющили. Может...
Ой, блин, там прям такое месиво. Почему в прошлый раз чувак так на меня сагрился? Привет. Пал к моим ногам. Не выдержал напора романтики. Ох, там Мутузилова в углу идет. У чувака это нож у него или меч, я не могу понять. По спине нафигачил. Ох, 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 черепушку вскрыл. Видали, аж кровяка полетела. Это было сейчас не вот этот красивый удар сейчас был. Ну да, да. Ну смотрите, это вообще изички. Ну не то чтобы изички, но это, я же говорю, самый такой простой способ что-то где-то как-то поднакопить. Ну к моей теории у нас... Да, у нас 7,5, все, отлично. Значит, все скейлится именно таким образом. Двое на двое. Хочу ли я? У меня рана еще не восстановилась, правда она кандидат. А за двое на двое... Блин, за двое... Зачистка, ох! А за зачистку прям много дают. Мне бы узнать, сколько там противников так-то по-хорошему. Давайте, наверное, двое на двое с Араной пойдем. Да, она еще не восстановилась, это немножечко жаль, но я думаю, что мы попробуем затащить. Блин, Арану уложили. Это фигово. Она... Ты еще и блокировать будешь? Нет! Опа. Хорошо. Минус. Я с тобой справлюсь, тварина. До свидания. Ху. Ну нормально, я практически, ну я полтора чувака ушатал. Что у нас с ней творится? Она у нас сильно сейчас будет АФКшная? Нет, на самом деле, она в принципе норм. И заработали мы тоже неплохо. Может на дуэль тогда сходить? Ну не знаю, за дуэль, кстати, дают 1, за драку 1,6. Мне чисто логически в драку сейчас пойти проще, потому что... Сейчас мы сюда сходим, потом я посмотрю, что у нас по деньгам творится. В драку пойти проще, потому что шансов выжить больше, и денежки дают побольше, поэтому... Мне бы оружку какую-нибудь, просто нормальную. Оп! О-о-о, хорошо, хорошо. На чувака сагрились. На чувака сагрились. Потому что... Ох! Бей по горбу! Хорошо. А! Неплохо. Ай, блин! Я вроде по... Попадаю, да, нормально, нормально. Разложил. Фух. Ладно. О, и он у нас полностью вылечился. Получается, если тебя не убивают, не калечат в бою, то ты полностью восстанавливаешься, это круто. Почему? А, это я полностью вылечился. Тьфу ты, блин. Этот получил по мозгам, она чуть вылечилась, наш основной... Так, хорошо. У оружия там говорили, есть ранги и всякое такое. Мы можем смотреть... Ранг знаток, понятно. Не наш уровень пока что. Топор. Вот, новичок. Новичок это следующий после неумеха. Старый ржавый двуручный топор. Минуточку, а как я... Каким образом я поднимаю себе ранг? Блин, вот это шлем. Вы посмотрите на этот шлем. Я его в основной игре-то не видел. Офигеть. Просто бесконечная защита от колющего, режущего... Выдерживает чудовищный импульс, то есть тебе там атомная боеголовка в лицо прилетит, и ты выстоишь. Вообще хорошо. Так. Плетеная кираса.
Кстати, 6 золотых стоит. Только на оружках есть ранг, да? То есть получается... А, нет, ранг кандидат. Почему здесь тогда... А, нет, ранг знаток. Все, это я протупил. Тут все написано. Все написано. Знаток, кандидат. Секунду, ребята, у меня вылетело из головы. А как я тогда повышаю себе ранги? За счет скиллов, за счет умения, за счет чего? Вызов. Ты ложишь один серебряный, получаешь с этого два серебряных. Кулачный бой. Давайте я на кулачный бой схожу, блин, ну... Минуточку, у меня сейчас... А, погодите. Управление. Отдай палку. И одень перчатки. Что у нас по навыкам? Ну, я с тобой не пользуюсь, у тебя ничего не натекло по навыкам. Хорошо, я понял. А минуточку. Управление. Я что-то не понимаю, почему... А, нет, ну тут видно, что у меня он с этими, с перчатками. Это очень странно. Я хочу посмотреть, как выглядит кулачный бой. Поэтому я, наверное, схожу сейчас сюда и пойду я на основном персонаже. Да, вы понимаете, что этого не стоит делать. Но все же. А, у меня есть эти перчатки, хорошо. Да как... А, блин, а каким образом, не подскажете? То есть... Меня очень быстро вынесли. Это было, наверное, сейчас немного даже обидно. Сколько я на это один серебряный потратил? Ну, я молодец, конечно, да. Так и нужно делать. Давайте двое на двое. Двое на двое, и пойдет у нас 22-й и Арана. Опять же, они практически здоровы. Они сейчас отдыхали, пока меня там молотили в кулачном. Пойдемте. Давайте прессуем этого. Хорошо. А! Чуть свою не ударил. Ну и все, в общем-то, нормально. Уложили. Это было несложно. Главное, командная работа. Так. И у нас... Да, у нас наш первый золотой. Тра-та-та-та-та-та-та. Мы взяли золотой. Минуточку. А вот что мне тогда интересно. Если сейчас найму Арана, у нас кандидат. Я кандидатом участвую в боях неумех. Если я пойду сейчас за там золотой или за два золотых, найму какого-то рыцаря там с булавой и что-нибудь такое. И пойду сейчас мочить этих. Это ж получается easy money, не? Двое на двое. Поехали еще заработаем. Я не против. Менеджер. Блин, это я нарвался. Да хорош! Минус. Вот эта фишка с молнией была сейчас красиво. Фу! О, я еще и уровень поднял. Надо будет пойти сейчас прокачаться. Вот, неплохо. Я сейчас отвлек. Меня практически грохнули, но я отвлек. И девчуля затащила. Блин, у них у обоих уровней. Управление, конечно, тогда. Блин, покалечили сильно. Ай, печалька. Хорошо, хорошо, хорошо. Далее. У тебя навыки. Так, что у тебя есть? Отказ от атаки и быстрое парирование. А может быть, мы тебе вот это скачаем? Быстрое продолжение атаки после парирования. После парирования.
Ложный замах и быстрая повторная атака. Немедленное продолжение с изменением угла. Да, вот это вот давайте. Далее. Это очень полезный навык, насколько я понимаю. Я бы качал его именно первым всегда. Так, и тебе его... Я на самом деле ошибся. Я думал, что я прокачал этот навык, я прокачал другой. Продолжение атаки с изменением направления. Вот это надо. Все, отлично. А, минуточку, арсенал. Стоп. Это то, что я думаю? То есть, допустим, я хочу щит сюда. Да, это именно так получается. Все. Вот таким образом можно передавать оружки друг другу. Назад. Все. До меня доперло наконец-то. Я не понимаю, почему она не хочет одевать щит. Хотя она вроде как изначально с ним была. Тогда мы с нашего основного персонажа снимаем вот эти рукавички, потому что мы, наверное, основным драться-то не будем. Скорее всего. А рукавички у нас будут лежать в арсенале. Если я захочу кулачный бой, я одену на кого-то из своих ребят. Так? Так, вот видите, все логично. Могем, когда хотим. Драка. В драку у нас пойдет Арана, наверное. Или двое на двое. Блин, двое на двое — это хороший заработок. Если меня там сейчас не убьют, надо постараться. Пойдемте. Маловато жизни, но я думаю, что у нас есть шанс затащить. Минус. Блин, только не дохни. Ай-яй-яй-яй, нет, извини. Это был friendly fire. Фух. Я этой же своей наемнице въехал по почкам. А, это было больно, наверное. Сильно пострадала? Офигеть, как пострадала! Ее полностью вырубили. Дуэль на неумехах. Хочу ли я этого? У меня здоровки так-то маловато. Я бы лучше в драку пошел бы, да? Может, в драку на кандидата пойти? Я пожалею об этом, но поехали. Ладно. Минутку, я... Я не того персонажа поставил, черт! Ладно. Зато 22-й отдохнет. Ну да, ее вырубили. Я тут уже ничего не сделал. Я не того кандидата поставил. А ее убили тупо, все? Вы хотите сказать, что я потерял свои деньги? Офигеть! Кулачный бой, двое на двое. Давай двое на двое. А, мне нужен наемник, чтобы вышел со мной. Я понял. Все, я все осознал в этой жизни. Кулачный бой. Стоп, хорошо. Пойдем. Раз у меня убили наемника, мне нужен новый. Это был, конечно, сейчас немножко печальный опыт. У меня есть одно золото, один золотой и еще что-то, да? Вот тебя может за 3 серебра нанять, но ты вообще бомжара какой-то. Вот тебя может за 2 золота с Моргенштерном нанять. А, 2 золота у меня нету. Тебя можно за 4 серебра нанять. С ножиком, ну и как бы, ну да, воин. Блин. У меня нет столько денег, да? Нанять тебя. Не хватает средств. Ну, понятно. За 15 золота. Ну, прикиньте, вот такую машину убийств нанять. 12 золота. Ну, да, я понял. Тут ребята серьезные. Тогда управление. Тогда управление. А, мне молоточек оставили. Как щедро с вашей стороны. Далее. А позвольте такой нескромный вопрос.
А где тогда получается? Щит мне оставили. А, вот, это вся одежда, вот перчатки для кулачного боя. Хорошо. Значит, на 22-го одеваем перчатки для кулачного боя. Палочку мы у тебя снимаем, наверное. И попробуем сейчас выйти тем чуваком в кулачный бой. Ну, то есть мне как-то заработать же ж нужно. Кулачный бой на вот этом вот. Их перетаскивать им надо, покликать не работает. Я, кстати, ничего этим не заработаю. Ну, просто у меня обновится, по крайней мере, табличка. Бьёшь как девчонка! Да ну блин, она мне просто в глаз пальцем тыкнула. Это сейчас не удар был, знаете, такой... Хопа! И ты слился, и все. Ладно, согласен. Не знаю, кулачный бой пока вообще не мое. Вот я не понимаю, как бы, как это все происходит. Пойдем в драку, хоть немножко денег подымем. Ха. Да не знаю, что-то... в смысле, оружку-то переставь. Я сейчас пойду в драку с этими перчатками. Это будет весело. Угу, вот тут надо мной поиздеваются как раз. Положи. На тебе твою палку. Надо как-то чуть-чуть поднять денежек еще, чтобы наемника нормального взять. Я не хочу брать какого-то... этого, ну, христианина в обычных шмотках. Хочу хоть что-нибудь за один или за два золота нанять, чтобы нормальное было. Вот, поэтому давайте немножечко сейчас попрактикуемся еще. О, мясо пошло. Блин, это печально, что наемника могут именно убить. То есть, видимо, в самом деле, она получила офигительный дэмэдж по голове, красный, и ее убили. Это очень печалька. Я не ожидал, что так все будет, просто тупо из-за моей ошибки. Да убейте уже друг друга, и все. Звуки такие. Я не знаю пока, кому помогать, сейчас посмотрим. Я не вижу явного фаворита, только ко мне не подходите. Вон, 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 втроем там меситесь, да. Есть. Пойдем на свет. До свидания. Все, все, нормально. Просто два хороших удара обошлось. Так. Что у нас по деньгам? 1,6. Пойдем, может быть, в дуэль. Есть схватка, зачистка, нет, зачистку нет. Давайте тогда, да, в дуэль пока что идем. Получил по горбяке. Ох, это был хедшот. Не, фиг в меня тыкать. В общем, неплохой способ, когда берешь, делаешь замах, заходишь ему за спину и резко разворачиваешься. У тебя вместе с этим замахом палка прилетает ему куда-нибудь по горбу, по голове. Прям чуваку неплохо достается. Хорошо, это была неплохая схватка. Что у нас предлагают? Двое на двое, опять же, но мне не с кем сходить двое на двое. Зачистка. А что за зачистка? Я просру, конечно, сейчас три бронзы, но пойдемте посмотрим. Это против нескольких противников, да? Ай, блин, это я подставился.
Я сейчас, по-моему, и одного не одолею, да? Нормально одолел. Супер. Следующий бой, ну-ка. Я думаю, стоит ли мне восстановиться перед следующим боем, или так сойдет? Или мне сейчас дадут полную хпшку? А, дадут полную хпшку, хорошо. Это может быть хороший удар, если бы я попал бы. Это было неплохо, просто два хедшота прописал, чувак уехал. Ай, это мне топором прилетело. Нет! Не-не-не-не-не! Уйди, встань! Встань, уйди! Есть. Ну, кто кого, кто кого, кто кого. У меня тоже не так много жизни осталось. Давай, до свидания. Минус 3. Сколько тут боев-то будет? У меня пол хпшки, вы чё? Неплохо. Вот это вообще на изичи зашло. Я не знаю, что он так прав и кашляло. Он тычет! До свидания. Просто под дых палкой. Блин, ну 5 человек, сколько еще? Фух. Да! В одну морду пятерых усандалил. Вот это сейчас было красиво. Блин, вот после таких моментов прям хочется играть. Прям такой, ах, красиво, хорошо. Пойдем в драку. Еще одну зачистку этим персонажем я не вытащу, а вот драку вполне могу вытащить. Мне нужно кого-то нанять будет по-хорошему. Может мне еще одного вербовать? Вот такого перчика, как этот. Ну, то есть, в принципе, если более-менее по-человечески играть, то 1 в 5 затащить. Ну, не 1 в 5, а по очереди, конечно. Вот так 1 в 5 я, конечно, нифига не затащу. Но... О! А чё-то сходу... Чё-то сходу меня бьёшь-то? Ай-яй-яй! Да! Вот этот последний удар, который пытался хороший нанести, и он у меня прокатил. Да, хорошо, затащено. Суперски. Вопрос в том, могу ли я еще одного завербовать? Пусть ты у нас будешь тогда. Тот был 22, пусть тут будет 55-й. Я не против. Стандартного чувачка сейчас сделаем. Может быть, кстати, с ножом. Я не уверен. Мне нравится вот эта вот средняя дистанция, на которой эта палка бьет. И... Вот ты у нас будешь чуть другого цвета, чтобы хоть как-то отличаться. И тебе мы будем качать тоже. Я вот этот же скилл хочу качнуть. Немедленное продолжение удара с изменением траектории. Блин, очень помогает. Вербовка за один серебряный, видите? То есть можно вот так вот нанять человека. Главное, чтобы он мне сейчас его не заменил. Да, он не заменил. У нас есть 22-й, есть 55. 22-й избитый. Мы сейчас пойдем на 55-м. Посмотрим, что нам скажут про это. Есть кулачный... Не, не пойду я в кулачный бой, я пойду... Драку на кандидате может пойти. Там сразу 3 серебряных дают. Пойдем на вот этом чуваке. Ну, как бы... А, я не могу пойти из-за ранга. Все, 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 я понял, логично. Мы можем пойти за неумеху. Да, в этом есть логика, иначе можно было бы абьюзить. Подождать, пока там все сдохнут, убрать последнего и забрать сразу 3 серебряных. Пойдемте. Персонажи у нас идентичные пока что.
Вот они там друг друга мачетами лупят этими топориками. Опа, минус один. Топорик очень эффективная штука, но, блин, им нужно уметь пользоваться. Любым оружием нужно уметь пользоваться, но не знаю, что-то топорик это прям филигранненько. И еще в чем прикол, что у него короткая дистанция. Ох, смотрите, какой он ему хедшот сейчас отвесил. Это было неплохо. Держитесь, пацаны, сейчас помогу. Он рубит! Он рубит, он пытался меня зарубить этим топориком. Не, не размахивать, а именно прям сверху вниз по башке мне въехать. Это было сейчас опасно. Так, сколько у меня? Два золота, два серебра. Куда я могу пойти? Могу... Вызов? А что за вызов? Минуточку, ранг непонятен. Давайте сходим. Блин, я одно серебро могу сейчас потерять. Опа! Нет! Да, блин! Ай-яй-яй! Да, хорош! Да ты ж меня даже не задел! До свидания. Ну, я видел, что по нему последний удар оставался, поэтому так обидно было сейчас проиграть. Блин, так покалечил, обидно просто сейчас было. Фух. Еще один вызов. Да ну нет, нафиг. Во-первых, 55-го на отдых. У 22-го сейчас чуть побольше хпшки. Во-вторых, ну пойдемте в драку, заработаем еще чуток денежки, и потом посмотрим, кого мы можем нанять за 2 золотых. По-моему, там кто-то был уже стоящий за 2 золотых, я не помню. Меня как раз на него не хватило. Блин, чувак с кувалдой был, конечно, жестковат. Мне вначале тупо повезло, что я 2 раза уклонился, потом он мне пару раз въехал по башке, и было больно. Звуки. А вы вдвоем красного... А, не, вы не вдвоем красного тузите. Вы все на всех нормально. Так, зеленый, синий, красный. Я считаю, что зеленый сольется первым. Да, зеленый слился первым. Теперь ставлю на синего. У синего, по-моему, чуть больше шансов. О, я же говорил. На! Ты еще живой! На! До свидания. Неплохо. В общем, вот эти вот удары с замахом дубины, их нужно делать именно с разгону. Шаг вперед, еще и мышью крутишь, и тогда они наносят прям офигительный урон хороший. Что у нас тут предлагают? Дуэль у нас предлагают и зачистку. Ну, блин, на зачистку... А, фиг с тобой, давай попробуем. Ай, да не трогай меня, мне еще с 5 людьми бороться. Ай-яй-яй-яй-яй. До свидания. Чуть-чуть калечную лежалка. Могло быть лучше. Да как я не достаю-то до тебя? Нет! На тебе! Ах, блин, второй удар мог быть хорош. Ай! До свидания. Ну вот поцарапал, перед самой смертью поцарапал. Лашпет, ну зачем? Ай, это я подставился? Минус. Хорошо. Тут повезло, что я хедшот влепил. По крайней мере, палка, когда прилетает не очень сильно, то она оставляет не так уж много красного урона. О, хорошо.
Ай! Не надо блокировать! Блокировать это грех! Валим, валим, валим! Да блин! Нет! Фух! Вовремя сблизился. Не дало того урона, который могло дать. С молотом, короче, такая фишка, да. Если держать от него эту среднюю дистанцию, то может очень сильно прилететь. Да, отстань ты от меня! В клинч меня взяла. Это какой, третий, четвертый? Нет! Нет, нет, нет! Нет! Да блин, просто уничтожила! Офигеть, вот это сейчас было жалко. Почти же прошел. Палка меня притормозила и просто размесила, блин. Сколько я? Три бронзы просрал, да? Кулачный бой, вызов. На вызов можно, конечно, пойти, например, 55-м. Этот у нас отправляется надолго отдыхать. Взять 55-го, пойти на вызов, попробовать разрулить. Так блокировать не надо? Неплохо. Ай, блин. Да, хорошо. Все, что ли? Вот это вообще было что-то изички. Я так понимаю, что вызов это дичайший рандом. То есть там может попасться кто-то с нормальным оружием, может попасться какой-то лошпед, да? Давайте сходим еще раз. Это такой способ поднять одну серебряную. Как я сейчас промазал? Ты главное сверху этим топориком не бей. И все хорошо будет. Да, вот так хороший удар получился. У тебя, по-моему, аж из уха что-то полилось. Ай-яй-яй-яй! Чертов топор! А! Не-не-не-не-не, надо уходить! Нифига ли тычешь топором-то? Вообще, что ли? Вот это сейчас еле затащило. Блин, опять персонажа покалечило. Ну, чтоб тебя. Печаль, тоска. Так, есть драка, есть кулачный бой. На драку кто у нас может пойти? Ты можешь пойти на драку? Пойдем на драку. На драку, по идее, должно сил хватить. Ну, опять же, может неудачно прилететь, это всегда так, все-таки экзанима, но... Ох ты ж. Чувака распотрошили. Просто фарш полетел. Фарш! Я тут пока за чарочкой посижу, тут хороший супчик наливают. Так, кому помочь? Давайте, выбираем. Крюку или топору? Я бы, наверное, все-таки крюку помог бы. Топоры мне не понравились. В прошлом раунде топор мне очень не понравился. Че это за пролагивания сейчас были? Ай-яй-яй! Нет! Да ты чё? Надо было топору помогать. Фух. Опять еле вытащил. Вот это сейчас было. Он меня крюком просто два раза подцепил очень удачно. Фух. Хорошо. Здесь я могу видеть свои деньги. 2,8. В магазе я могу видеть свои деньги. 2,8. Скажите мне, пожалуйста, почему здесь
Я не могу видеть... Ой, блин, у нас, кстати, это 22-шка управлением. Давайте... Почему при найме людей я не могу видеть свои деньги? Вот что мне интересно. Навыки. Что мы тебе вкачаем, дружище ты наш? Может быть, уверенность своей прорвать атаки, получая удары. Может, умение носить броню. Я не знаю, когда оно мне пригодится. Со щитами я не хожу. Парное оружие. Бейтесь за счастье. Вот это хорошая штука. Если у меня будет вторая оружка, я, наверное, буду с этим ходить. Хорошо. Давайте сходим, наймем, блин. Пойдем и наймем кого-нибудь. Что у нас есть? У нас есть какой-то бомж с ножиком. У нас есть чувак за 14 золотых в пролете. Ну, чувак с палкой. Правда, у него жилет. Что лучше для мужчины? Нет, все это знают. За 15 бобень с боевым топором. Топорик, кстати, хорош. За 1. Чувак с молотком и в куртке, в гамбизоне. Ну, блин, на это тратить 1 золото. Ну, как-то не знаю. Правда, у него длинная кувалда. Вот, за 2 и 3 у нас есть чувак с кувалдой. Ну, то же самое, по сути. Только высокие сапоги. Кстати, наплечники есть. Почему он в сандалях? То есть, если ему по пятке прилетит, то хилес, блин, долбанный. С молотом. А черт с тобой, давай наймем. Давай наймем, потому что у нас не хватает наемника. На лучшее вряд ли я сейчас накоплю, поэтому хотя бы так. Есть вот дуэль, например. Ну, блин, на дуэль... Тилост. Тилост, блин. Ты у нас кто? Ты у нас новичок, ты у нас даже не кандидат, да? А, нет, стой, кандидат, новичок это лучше, чем кандидат. Все-все-все. Я даже не гражданин. 22-й у нас вроде немножко отхилился. Давайте мы его сейчас затащим. Пойдем в, опять же, наверное, драку, потому что за это больше платят, чем на дуэли. Да и шансов чуть побольше, мне кажется, чем на дуэли. Потому что на дуэли, там в зависимости просто против кого ты попадешь, мне кажется. На тебе по горбу палкой, по горбу. Блин, как он топором меня тыкнул тогда. Я не ожидал такого, что... Ну, я понимаю, что любым оружием можно тыкнуть. Я не ожидал такой подлости. Смотрите, как молотком раздает вот эта вот бобень. По-моему, ее нужно ушатать. Она... Что она себе позволяет? Смотри, как она намахивает. Просто такая, опа. Ах, блин. Позвоночник сломала просто. Смотри! Ёлки, она уже троих ушатала. По-моему, чуваку надо... Это не чуваку надо помочь, это мне сейчас уже нужно будет помогать. А, это не баба, это мужик такой. Долбанный джиггернаут. Это мужик. Все, до свидания. Обхитрил, просто тупо обхитрил. Ну что, 2 удара мне стоили пол жизни вообще. Фух, это сейчас было сложненько, если чё. Так, что мне с деньгами осталось? У меня вообще 6 серебра осталось. Ни о чем, да? Ни о чем. У нас есть вызов. Хочу ли я пойти на вызов? Это интересно. Давайте схожу. А могу я вот этого Тилоста на вызов отправить? Посмотреть просто, что он умеет и что он могёт. Его же не убьют за один бой, я надеюсь. Ты, может, драться будешь, чувак? А то ты молот взял, но ты им не особо машешь. По-моему, у тебя сил не хватает. Смотрим, как бот колбасит бота. Нормально. Да блин, ты уже 2 пропустил. Ну что ты его плечом-то толкаешь? Да елки-палки. Он сейчас сольется, серьезно. Молодец. Классного я себе этого взял напарничка. Сколько тебя покалечили? Тебя же не убили, я надеюсь. Да, такое себе. Кулачный бой, зачистка. Пойдемте, наверное, в драку. На 22-м сходим. Надо хоть как-то деньги вернуть. Ну, смотрите, ребят. Давайте у меня с вами такое предложение. Если вам будет скучно смотреть каждый раз все бои, то у меня такое предложение. Может быть, я прокачаюсь до определенного момента, когда у меня будут деньги там...
чтобы мы посмотрели на что-нибудь интересненькое, потому что эта штука прикольная, но она прикольная, по-моему, именно с той стороны, как менеджер. Ну, драки, конечно, тоже, но все-таки. Давайте, может быть, вот у меня такое предложение. Давайте я в офлайне за кадром поднакоплю себе там 2-3 золотых, может, 4 золотых, и... Может быть, следующую серию продолжим с этого каким-то образом. Потому что мне просто нужно знать, скучно вам смотреть просто так, как мы идем подряд, или не скучно. Во-первых. А во-вторых, мне бы было бы очень интересно... Я думаю, что мне говорили, как набирать уровень, как повышать ранг. Надо будет пересмотреть первую серию по арене. До свидания. Вот так драка проходит. Надо будет пересмотреть первую серию по арене. Там вроде как говорили, как поднимать уровень. Ну, ранг в смысле, всякое такое. Но если вдруг как поднимать ранги и все, будут какие-то предложения, как это делать. Бля, почему 2 на 2 исчезли? Ладно. Пойдемте, например, сюда. А-а-а, смотрите, в чем прикол. А 22-й-то у нас уже кандидат. Все, значит, за победы дается, да? Ну, я, по сути, начинал-то им играть. Он же тоже был неумеха. 55-й сейчас неумеха. Все, по-моему, это как раз ответ на мой вопрос, который я вам... который я спрашивал. За определенное количество побед дается, да? То есть, ну, он же не мог просто стать кандидатом. Я просто, наверное, не замечал, что у него растет ранг. Я за него часто выигрываю. Наверное, за победы дается, начисляется ранг. Надо будет посмотреть. Если я прав, то я прав. Все. Шах и мат атеисты. Вот. Ладно. В общем, высказывайте свое мнение в комментах. Говорите, как, что, где, зачем. Также, если есть какие-то соображения насчет кулачных боев. Я пока просто не понимаю механику, как это все правильно делать. Вот, ну, как бы, да, должен быть замах на руке и все дела, но все равно у меня что-то до сих пор не получается. С оружием, вы видите, вроде как можно затащить, я научился управляться. А вот в кулачке, ну, к тому же, что в основной игре у нас практически не было кулачного нигде. Мы там начинали уже с какими-то ржавыми ножиками, с каким-то говном, но все-таки уже не с голыми руками, поэтому... Для меня это до сих пор остается немножко загадкой, как это все делается. Твою за ногу! Просто прилетело из ниоткуда. Хотя вот это вот синхронное падение сейчас было красивым. Я тупо подставился, и мне прилетело это кувалды, но я потом чуваков помирил. Хорошо. Кулачный бой, вызов. Ну, давайте на вызов сходим. Это такой неплохой шанс заработать деньжат. Хотя это все равно всего лишь по одной серебряной. Еще и шанс продуть. Блин, вот... Вот эта штука мне не нравится, я хотел сказать, потому что против нее, наверное, хуже всего дерусь. Она фигово блокируется и наносит дофига урона. Бам! Просто хедшотнуло меня. А, печаль. Сейчас еще и серебряный потерял. Ну, круто. Зашибезно просто. И чувак у меня в ауте, да? Да, ладно, пойдемте тогда 55-м пока что походим. Пойдем мы... Да ну в ту же драку пойдем. Нам надо, получается... Сейчас посмотрим, набивается ему ранг за победу или нет. 55-й у нас только сегодня, мы его сотворили. Ну, 22-му тоже только сегодня сотворили. Вот, так что пойдемте смотреть. Набивается ли у нас ранг за победу, за какое количество победы, как это вообще работает. Если получится поднять 55-го до хотя бы новичка... На диваху насели, бах, короче, просто разобрали по запчастям. Чего вы в темный угол там зажались все? Блин, как бы я был благодарен этой игре, если бы не управление на кнопках было не по... Ну, как бы, куда ты смотришь, вот там и вперед. Вот сейчас нажать, ну, как бы, не то чтобы... Нет, оно сейчас именно таким образом, куда смотришь, там и вперед. А чтобы было вот вверх, всегда вверх. Чтобы вверх я шел вот сюда вот. Вот это было бы очень круто.
Потому что так как сейчас оно немножечко путает. Мог быть красивый хедшот. Не дотянулся. До свидания. Вот сейчас был неплохой хедшот. Просто челюсть куда-то в стену улетела, такая цокнула зубками и все. Так, хорошо. Зачистку. Может, зачистку, кстати, пойти? Пойдемте. Может, повезет. Пойдемте. Я пока что нашим вот этим чуваком с молотком вообще недоволен. Офига себе, ты на развороте меня топором достал. Ну, тварина, ну ты же почти дохлый был. Смотри, сколько мне красного урона нанес. Вот ты говна кусок. Я теперь из-за этого и проиграть-то могу. Она же уже почти готова, блин! Блин! Как неудачно! Я и так хорошо зарядил уже. Уф. Вот это сейчас было печаль. Нет, зачистка это хорошая тема. Он пока не качается, но, блин, он у нас проигрывает много. Давайте я на нашем основном чуваке схожу вот сюда, вот на вызов. Да хорош меня избивать. У чувака скорость атаки просто огромная. Бам, минус серебряный. Это сейчас было очень печально. Меня очень быстро вырубили. Не, но он-то восстановится. Дуэль. Пойдемте на 22-м, наверное. В драку зайдем, хоть немножко денег отыграем обратно, потому что на двух проигрышах потеряли много. Серьезно, драка это, ну, практически наверняка выигрыш, если сильно не тупить. Ты просто стоишь, наблюдаешь, как чуваки друг друга месят, потом приходишь и забираешь деньги. Распилили с двух сторон. Минус. Кому помочь? Да ёлки! Моталки! Да ладно! Я сказал, что я прихожу забирать деньги. Ладно, я ошибся. Но вот это сейчас было очень... Вот это в красном прям влетело такое... Блин, я теряю деньги. Так, ладно. Ладно, ладно. У меня персонажи... Схватка? А что за схватка, кстати? Схватка. Это я против всех, что ли? Мне нужно еще людей? Нет. А как это работает? Почему я не могу запустить? Браулер. Мне, может быть, не хват... Нужно третьего наемника. Все, я понял, что за схватка. 3-3. Я вас понял. Пойдем попробуем на зачистку сходить. Может, повезет. На. Нормально. Просто три хеда прописал. Удачно получилось. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты меня не избивал топором. Ну-ка. Он это... Нет! Он сейчас наотмашь мог таким образом ударить меня. Блин, у него совсем чуть хпшки осталось. Ладно, третий.
Тяжелый чувак с длинной палкой. Ёлки. Приходится ему почки отбивать. Да ладно тебе, уйди. Как я сейчас неудачно открылся-то. Ха! Хорош, хорош! Он меня просто тыкает. Ай, блин. Что-то не знаю, то ли я подустал, то ли мне просто не прет, жаль. На самом деле зачистка это тоже хороший способ заработать, потому что вход стоит сколько там, 3 всего лишь. А вынести можно 4 серебра. То есть довольно неплохо. Давайте еще раз попробуем. В общем, если сейчас уже не пойдет, тогда пофиг. Тогда уже продолжим в следующий раз. Ах, уже не пошло. Мне попался сразу чувак с оружкой, которую я очень не люблю. Нанес мне дофига красного урона. Я-то его убью, но, блин, он мне сейчас испортил всю игру на дальнейшее, потому что просто дофига красного урона влилось. Ай! Да что ты делаешь? Женщина! Блин, мне бы сюда вместо этого прута какой-нибудь меч самурайский. Он бы так хорошо залетал. Вот это на пролете. Бах, и кишочки вытащил. Нормально было бы. Не надо меня по голове тюкать. Я тебе сейчас сам по голове натюкаю. Ах! Нет! Убили! Серьезно! Вот это... У меня еще, кстати, уровень подошел. Вот это крутое начало серии. Ну, не начало, а в смысле конец серии. Начало, че это? Я уже начал заговариваться. Хорошо, хорошо. Тогда, знаете, что прикол, ребят? Вопрос, наверное, о том, играть мне за кадром или не играть, просто снимается. Я что-то не думал, что мне персонажа просто вот так вот ушатает. Я понимаю, что это рандом, это экзанима, но... Ладно. Получается, что к следующей серии я начинаю нового персонажа, и, наверное, уже с вот этим всем знанием, которое у меня есть, я пойду чуточку подзаработаю денег, попробую взять себе парочку наемников, завербовать пару ребят, сделать себе агентство. Я понял основной урок на сегодня, что своим главным персонажем выходить не надо, даже когда ты в нем более-менее уверен. Что мне сейчас мешало пойти завербовать еще одного чувака, чтобы он не был? Ничего мне не мешало, абсолютно. Я просто сейчас все слил. Да, ребят, ладно. Как я уже сказал, что в следующей серии мы начнем... Ну, я начну играть сначала, но вы это увидите уже не с самого начала. Вы это увидите уже примерно с того момента, где мы были сейчас. Я чувака немножечко прокачаю. Посмотрим, как все будет. На сегодня тогда все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.